сожалению, сегодня у нас печальное событие. Умер главный режиссер театра оперы и балета Юрий Викторович Чайка, народный артист Украины. С его уходом все равно театр уже не будет таким, он будет каким-то другим, потому что на этом человеке держалось очень многое в театре. Он был лидером, он был ядром театра. И без него, конечно, будет очень-очень тяжело. Это был человек, который очень любил свою работу, свое дело, очень любил артистов, помогал им, собирал со всей Украины звезд, делал звездные постановки, звездные поездки, представляя Украину всему миру в самом лучшем варианте. Он очень поддерживал всех людей, которые работали на сцене. Он верил в них, а вера – это большая сила. Когда поддерживают, когда верят, и тогда артист как на крыльях выходит на сцену. Сегодня наш театр понес, наш город понес невосполнимую утрату. Это режиссер с большой буквы, это человек, на котором стоял весь Днепропетровский театр, который своими делами, своей жизнью доказал необходимость служения театру. Це безумовно трагедія для нашого міста, для області, для України, те, що сталося з Юрієм Вікторовичем Чайкою. Він зробив багато для нашого регіону. Його поважали і в Україні, і за межами України, тому що оперний режисер – це дуже складна професія. І нехай йому сьогодні вже спиться спокійно, ми будемо його пам'ятати. І всі ті, кому він надав допомогу свого часу, протягнув оцю руку творчу, вони йому вдячні.